Засекретил свою победу. «Нафтогаз» не опубликует решение арбитражного суда в Стокгольме от 22 декабря по спору с «Газпромом». Все это, как пояснили журналистам в компании, ради того, чтобы лишить «Газпром» козырей и заставить выполнить вердикт. Напомню, после почти 3,5 лет судебных разбирательств между «Нафтогазом» и «Газпромом» большинство требований украинской компании удовлетворили. Но по решению арбитров «Нафтогаз» остался должен «Газпрому» почти 2 миллиарда долларов.